И всем привет, с вами Каиса, и я продолжаю проходить Паразит Ив, первую часть, и у нас ожидается на очереди третий день. Так, куда я тут засейвился? А, вот здесь вот, да. Третий день у нас начинается. Так, замечательно. Так, ну давайте смотреть. Мы где-то тут очнулись по какой-то причине. Давайте посмотрим, может тут что-то есть. Какая-то бутылка. Бочка какая-то или что это такое? Так, вот там есть коробка, ящичек. Ага, патроны, отлично. Не знаю, не знаю, как насчет положить что-либо. Так, что за бутылка? Просто бутылка. Неужели ничего больше тут нету? Ну окей. Ладно, выходим отсюда. Где я окажусь-то сейчас? Ты просидел здесь всю ночь? Я же сказала, уходи. Ты же мог погибнуть. Ученые не верят ничему без серьезных доказательств. Это как раз тот случай. И кроме этого... Что? Нет, ничего. Даниэль! Полная тишина. Никогда не видел этот район без пробок. Даниэль! Эй, что расселись? Пора браться за работу. Даниэль, спасибо. Ладно. Надо подобрать оружие посолидней. Тут недалеко была оружейная лавка. Пошли. Кажется, здесь есть недалеко аптека. Так, а я могу куда-то еще убежать, вдруг? Это куда я? Так, назад. А как вы, ребят, телепортируетесь? Эй, не надо так кривить лицо. Пошли, Ая. Пойдем, нам нужно оружие. Так, а что у нас здесь тогда? Получается два варианта. А, нам сюда надо, да? Блин, я даже не знаю, куда бы мне сперва-то сбегать. Ну, пойдемте туда сбегаем, влево. Главное не бежать там, где оружейная лавка. А, тут как раз оружейная лавка-то.
Вот в чем дело. Слишком свободная страна! Это безумие! Свободная продажа оружия любому желающему! Мы на месте. Думаю, мы пополним свой арсенал. Не, я не пойду в оружейную лавку. В таком случае, давайте сходим в ту сторону все-таки. Там, значит, был какой-то другой магазин. Так, это что такое? Ненавижу этот аптечный запах. Меня от него мутит. А, это аптека. Как много лекарств! И все, похоже, достаточно сильно действующие! Так, у нас два варианта. Либо в аптеку пойти. Ну ладно, давайте в аптеку сходим. Замок взломан. Слушай, что это с ним? Выглядит как счастливый идиот. Никогда не смогу понять этих ученых типов. Так, хотел бы знать, тут ящики, да, есть? Ящики. Что у нас здесь? Экстра. Отлично, берем. Тут что? Ничего? Да, да! Жаль, что не смогу взять это к себе домой! Аптечка второго уровня. Отлично. Вода. Защита от паутины. Вода М. Забавно. От паутины. Пауки, что ли, будут? Тут есть дверь. Надо везде потыкать. Наверняка велика вероятность. А, тут, кстати, сейвилка есть. А что тут? Тупик. Усиление защиты костюма на 1. Прям за прилавком. На прилавке было. Вот не видно же нифига. Случайно чисто нащупать можно это все. Не, ну сохраняться сейчас явно я не хочу. Что это такое?
наверняка что-нибудь еще тут есть. Уверен я. Только с какой стороны бы подойти? С этой стороны я не подбегу. Что это такое? Так, ничего пока не больше не прощупывается. Не, ничего больше не прощупывается. Ну ладно, пойдемте пощупаем ту дверь. Так, тут есть ящички. Прочность плюс один. Блин, а чё бы мне отдать-то тебе? Давайте воду Эра дадим, наверное. Ключ. Отлично. Взяли ключ. Что-то еще? Или больше ничего нету? Что это такое? Ладно. Уходим тогда отсюда. Видимо, тут больше ничего нету. Что? Едем? Мне хотелось бы провести некоторые опыты. Если взяла все необходимое, то пора ехать. Но погоди ты, надо еще в оружейный сходить. Магазинчик. Так, ты что-нибудь новое скажешь? Не, ничего не скажет. Ладно, забегаем в магазин. Блин. Отойди-ка, Ая. Даниэль, нет. Извини, но иначе никак. Вы точно из полиции, ребят? Ну, мы по крайней мере так думаем. Ученых степени у нас нет, это уж точно. Так, заходим.
Что у нас тут есть? Черт, опять что-то в рюкзаке. Блин, не, я... Нет у меня предметов, чтобы... Давайте улучшим костюм. А, это добавочное место в рюкзаке. Или нет? Стоп, нет. Не понял. Так. Это я что прокачал сейчас? Погоди-ка. Что-то я не понимаю. Ладно, что у нас есть еще? Прочность. Так, что у нас есть еще? Вода. Палка, боезапас. Вот ключ, наверное, надо выкинуть. Оставить где-то в ящике. Аптечка. Возрастает зона поражения. Ого. Автомат М11. Ого. Автомат. А какая у него мощность? Зона поражения у него хорошая у автоматов. Я даже не знаю. Ну и емкость у него больше. Все-таки автомат. Даже не знаю, что бы мне выкинуть. Выкинуть. Так, кстати, зона поражения. На автомат сразу плюс 5 можно поставить. А, не, это на винтовку. А, это у винтовки хорошая зона поражения. Так, М11, автомат. Огневая мощь 5. Неприцельный огонь 1,5.
А, это можно вкачать в автомат. Стоп. Или нет? Огневая мощь у винтовки не очень хорошая, на самом деле. Да, автомат как-то посолиднее даже смотрится. Так, а я могу как-то усилить. М11. Я могу усилить, в принципе. Винтовку. Не. Я даже не знаю, как быть. Так, а чё я не добавлю никак места в рюкзаке? Так, не пойму. Это палка 2. Дубинка. Зачем? Патроны. Ключ нельзя просто так взять и положить. Можно первую палку выкинуть, в принципе. Зачем нам две палки таскать? Ого, пистолет Г-19. Что, у него хорошая огневая мощь, да? Смотри, какая большая! Так. Прошу вас, леди, подберите себе аксессуары по вкусу. Так, а это что такое? Это коробка. Что бы тебе выкинуть, а? Палку не выкину. Ключ. Отлично, взяли ключ. А вот еще коробка. Опять нет места. Возрастает емкость обоймы на 1. Так, надо подумать, как это все улучшить сейчас. Г-19, пистолет.
Блин, я даже не знаю. Винтовка, в принципе, сама по себе, она не очень мощная, на самом деле. Вот автомат хорош по мощности. Давайте, наверное, сделаем вот что. Потеряем М16. Стоп. А я его не просто же удалил. У меня же параметры, да? Выросли, нет? Восемь, 47, 22. Надо запомнить эти цифры. Да, я прокачал автомат. Будем с автоматом, значит, ходить тогда. У него мощность хорошая. X5. Энергия. Смена оружия. Вкрасть вещи, но вдвое ниже атаки. М11. Эх. Я не понимаю, что это такое, блин. Типа у меня рюкзак от этого больше стал, или нет? Похоже, да. Ну нет. Лучше я верну эту броню. Бонус очков у нас особо нету. Добавочное место. Палку я не могу просто так. О! Возрастает емкость обоймы. Ну-ка, ну-ка. Да, давайте. Это хорошо, я думаю. Удалить ключ просто так не получится. Ладно, давайте заберем то, что я оставил. По ящичкам. Просто так оставлять не очень надобно. А, тут ничего не оставлял я. Вот здесь, наверное, что-то оставил. Блин, первая палка. Да ну тебя нафиг. Ладно, пойдемте на выход уже. Хотя мне винтовка нравилась, конечно. Но огневая мощь у автомата в разы превосходит. Там уже посерьезнее пушечка, я думаю. Все оружие мира не спасет нас от такого монстра, как Ева. Надежда покидает меня. Эх, Торос убил бы меня, если бы сейчас слышал это.
Надеюсь, что эти штуковины будут полезны вам. Ладно, все, поехали. Так, а в помойке ничего нету? На себя я бежать не могу. Ну да. Что-нибудь еще будешь говорить? Здесь есть поблизости исследовательская лаборатория. У меня есть ряд предложений. Мы готовы. Ну что, давайте в машину. Так, надо сесть, да? В машину. Поедем, Ая. Да, поехали. В этом хаосе больше нет правил езды. Мы поедем кратчайшей дорогой через Манхэттен. Так, куда поехать-то? Давайте по старым местам пробежимся. Может, что изменилось? Ну, мало ли чего могло произойти. Все-таки день-то уже третий. Все это да еще на Рождество. Господи, куда катится весь мир? Слушай, этот город меня достал. Я начинаю завидовать фермерам из штата Айова. Так, пойдемте сходим, посмотрим, что нам это даст. Меня куда-то не пускали. Здесь пусто. Пусто. Тут делать нечего. Туда меня опять не пропустят, да? Извините, но таковы правила. Так, тут что-то есть? Больше ничего нету. Давайте сюда заглянем. Народа вообще что-то никого нету. Так, тут что-то есть.
Шеф на месте? Нету. Куда все подевались? Не хотят работать. Ладно, пошли отсюда. Сходим вниз тогда. Да ёлки-палки. Так, тут что? Тут у нас... Ну да. Положить мне я ничего не хочу. Здорово, Вайн. Тебе приходится бывать в разных местах. Если где увидишь коллекционные открытки с ружьем, прихвати для меня, я их собираю. Что? Собираешь открытки? Ты точно рехнулся. Кто бы говорил? Ладно, хватит языки чесать, пора и поработать. Айя, ваше расследование в самом разгаре? Надеюсь, вам не придется часто использовать оружие, скорее бы все закончилось. Чем-нибудь помочь, мила? Так, положить оружие... Положить оружие... Куда его... Зачем? Положить не оружие надо, а ключи. Оружие. Так куда мне класть? Хотя, давайте оставим ему палку. Боезапаса у него все равно нету. Стоп! Надо этот пистолет забрать. Мы же сможем сейчас скачать из него, ну, выкачать его характеристики, потерять его, добавить для автомата. Да и броню, наверное, также можно, да? С броней такая штука проходит, интересно. Надо посмотреть. Так. А, у меня ключей больше нету. Вот в чем фишка-то. Это же только за ключи можно так делать. Хе-хе-хе. Ладно, тогда... Тогда пока положим. А не могу я остаться без палки. Добавочное место в рюкзаке. А, блин, это нельзя убирать. Черт. Предметы. О, мужик, я тебе сейчас что-нибудь скину. Воду R. Экстра. У меня что-то их много. Вот опять-таки воду R. Экстра. Хотя одну экстру. Я не знаю. Вода M я вообще не знаю, когда мне нужна будет. Ключ от зоопарка. Держи. Не, аптечки пусть будут у меня. Так. Ящик. Патроны. А, тут постоянно можно?
У тебя имеется ордер на модернизацию оружия? Ордера у нас, конечно, нету. Так, вот тут ящик. Аптечка. Отлично. Ладно, надо искать еще ключи. Зря я их, может быть, трачу. Очень-очень, может, зря. Что-то я заигрался прям. Про кофе забыл. Так. Ну, бежим, бежим, бежим. Вот сюда. В псарню. О, Догги. Чё с тобой? Он убит, что ли? Кто его убил? А, нет. Ой, эх. Шива, ну хватит меня лизать. Будь Бену хорошим другом, Шива. Так, а есть что-нибудь? А, я могу сюда сходить теперь. А. Забавно. А какой в этом смысл? У меня ключей-то никаких нету. Пока непонятно. Может, в ящике стола что-то есть все-таки? Нет. Рупта. Лучший выбор для собаки. Ладно. Пойдем отсюда, что-то я тут ничего не вижу. Так, туда меня не пустят, да? Да. Ладно, покидаем участок. Как выяснилось, делать тут нечего пока что. Черт, я и в парк могу вернуться. Блин. Не, я не хочу возвращаться. Поехали в Сохо. Сохо. Я, правда, не сохранился. Но я надеюсь, тут будет. Погодите, так это и есть Сохо. Блин, а мне... Тогда мне не сюда. А куда же мне ехать-то? Эй, я думал, ты будешь стоять напротив меня. Чего? Блин, а куда ехать-то? Может, в музей? Или в Карнеги-холл, может?
Давайте попробуем в Карнеги Холл. По-моему, как стояли, так и стоят. Я говорю, мои выходные полностью испорчены. Стоило бы дать мне за это парочку отгулов. Так, ну тут, по-моему, вообще ни хрена не поменялось. Поэтому явно не сюда. Блин, а я что-то прослушал, упустил момент. Куда мне вообще ехать? Музей. Ну поехали в музей. Может мне клам нужен? Ну и куда? Нужна исследовательская лаборатория! Лаборатория? Я хотел бы поставить ряд экспериментов. Возможно, они что-нибудь принесут. Как насчет лаборатории в музее? По-моему, там у Клампа достаточно много оборудования для работы. Куда? Ты забыла прошлый прием? Весь район должны были эвакуировать, так что музей пуст. Вау, это то, что надо! А в чем проблема, Даниэль? Да так, не люблю ходить по музеям. Так, ну, значит, музей. Наверняка к лампу. Так вот он какой! Американский музей естественной истории! Я его так и представлял! В этом здании имеется необходимая аппаратура! Да, надеюсь, мы не встретимся снова с этим профессором. Весь район эвакуировали, так что там никого нет. Для лаборатории в музее здесь достаточно серьезное оборудование. Ну, что с идеями-то? Да-да, сейчас посмотрим. Я снял эту слизь с одежды одного из погибших полицейских. Слизь, оставшуюся от... Думаю, этот остаток слизи содержит клетки Евы. На клеточном уровне ее энергия не столь высока, как говорила Ая. Ого! Ты что там делаешь? Я только хочу провести эксперимент и посмотреть на результат. Так-так, да! Все именно так, как я и предполагал. Подойдите, взгляните на это. Что это? Клетки полностью окружены этими. Как видишь, митохондрия или Ева захватывает ядра клеток. Почти как стая хищников атакует свою жертву. Да вы и сами все видели.
Значит, митохондрия действительно может контролировать ядра? Нет! Обычная митохондрия не обладает такой силой. Но митохондрия Ева очень сильно эволюционировала и изменилась. Думаю, что с митохондрией Ева произошло вот что. Обычно митохондрии нужен кислород для выработки энергии, называемый АТФ. Кислород митохондрия получает из ядра клетки. В то же время без энергии от митохондрии ядро не может функционировать. Итак, две эти составляющие клетки находятся в зависимости друг от друга. Но здесь похоже, что развившись, Ева смогла повернуть вспять сложившийся симбиоз. Произошла эволюция или мутация, называйте как хотите. Повернуть вспять? Посмотрите, даже при столь малом количестве ее клетки обладают большой энергией. Представляете, какой энергией обладает тело вашей подозреваемой? Маэда. Да! Не проверишь мои клетки? Да, конечно! Но зачем? Я хочу знать, почему у меня достаточно силы противостоять ей. Что представляю из себя я? Ая. Маэда, я хочу знать, почему? Да, конечно! Спасибо, Маэда. Не могла бы ты подойти сюда? Дай мне руку! Пожалуйста, вот. Хорошо! Ой, сейчас только установлю здесь. Лучше тебе самой сюда посмотреть. В чем дело? Что-то не так? Понимаешь, что происходит? Твоя митохондрия поставляет больше энергии в ядра твоих клеток. Выглядит так, как будто происходит защита твоих ядер от митохондрии Ева. Почему ее митохондрия обладает такой силой? Пока не знаю, только вы знакомы с теорией эгоистичности гена Ричарда Даукинса? Там говорится, что гены действуют по принципу сохранения и обеспечения жизнеспособности вида. Слушай, парень, мы тут научные журналы не читаем. Ты нам попроще изложи. Ладно, говоря простым языком, сейчас Ева пытается разрушить все митохондрии, за исключением своей собственной. В ответ на это твоя митохондрия увеличила силу, чтобы противостоять Еве. Почему ее? Разве не должно происходить то же самое со всеми? Наша энергия также должна... Все это так, но почему только у Брей? Этого я пока понять не могу. Профессор? Что вы делаете в лаборатории? Вы взломали дверь. Почему вы не эвакуировались из города?
Я еще раз спрашиваю, что вы здесь делаете? Ну, мы просто... У нас есть приказ о всеобщей эвакуации людей. Профессор, вы должны... Вот что я скажу! Полиция есть самое большое дерьмо в Сити! Извините, все это моя вина! Я попросил их привести меня сюда! Господи, а ты кто? Ну, я Кунихико Маэда, ученый из Японии. Ты использовал мой электронный микроскоп? Что? Что это? Где ты взял эту кровь? Эй, где вы взяли эти клетки? Это от... Я не знаю. Не делайте из меня дурака. Такие клетки, они должны изменять все реакции тела. Да закрой рот! Я хочу спросить вас, офицер Брея. Ваши клетки содержат огромное количество энергии. Вы чувствуете какие-либо перемены? Я... Что-нибудь, например, тепло, нет? Говорите, офицер, я вас не слышу. Вы в последнее время часто теряете сознание? Эй! Что это все значит? Почему у тебя здесь имя Бена? Лоррейн! Ее имя тоже здесь! Кламп! Ты мне ответишь? Скажи, что означает весь этот список? Отвечай, сволочь! Я не собираюсь ничего объяснять! Что? Даниэль, пойдем. Даниэль! Черт! Вон отсюда! Извините за вторжение. Но мы хотели вас только предупредить об общей эвакуации. Не стоило скандалить. А ты получаешь удовольствие, находясь в обществе этих варваров? Их, ну, спасибо, до свидания! Поздно изменяться! Слишком поздно что-либо изменить! Так, куда дальше отправляться? Блин, а я не знаю. Неужели в Центральный парк? Окей, давайте. Еще разок, так сказать. Ты кто такой? Чё тебе надо, мужик? Следов Евы нет, но животные из зоопарка до сих пор на свободе. Странно. Блин, зря. Зря. Тупость. Так, бежим вперед. Пропусти меня. Оп.
Пойдем посмотрим сами. Что там есть, а что там нету. Что за фигня? Сохранялка. О, а тут все изменилось, кстати. Не было тут сохранялки. Ну отлично, сохранялка как раз вовремя, потому что я посмотрел, уже час идет запись. Надо бы уже завершать серию. Да, не получилось в этой серии экшена, но надеюсь, следующий получится. А, сюда можно бежать еще. Так, давайте, если тут сейчас кто-то будет. Кто-нибудь из мобов. То один экшен устроим. Змеюка. А чё-то вас много, ребят. Очередь, нифига себе. Совсем другое оружие. Ух, хорошее оружие. 1000 очков взяли. Я бы 10, отлично. Ну да, просто пока побегаем. Если кто-то будет рядом с сохранялкой. Хотя, так, а в коробке что-то есть? Ничего нет. Может тут что-то будет? Но это уже далеко на самом деле. А, черт, нет, назад. Я не сохранился. Ай. Не, все. Сюда мы уже пойдем в следующей серии. Сейчас респаун, наверное, будет. А может и не будет. Кстати. Не, будет, будет. Вот вам экшен напоследочек. Так, давай, восстанавливайся быстрее. Три большие. Ах ты сволочь, укусил меня. Отлично. Так, ну ладно, пойдемте сохраняться. Автомат неплох, неплох. Сколько у меня патронов-то, кстати? А, патронов много. Надо его зарядить. Так, сохраняем игру. Я благодарю вас всех за внимание. С вами был Каиса. Всем удачи. И увидимся уже в следующей серии. Так, я сохранился. Ну, вообще, да. Да, я сохранился. Пока-пока всем.